Здравствуйте, с вами комментатор Юрий с нереально спортивными обзорами по просмотру «Дважды два» в городах. На прошлой неделе в бешеной скачке за рейтингами наметились три лидера. Екатеринбург взял неплохой темп на старте, но сошел с дистанции, потому что не смог преодолеть препятствие в виде холодильника. Екатеринбург, 2,8. А фаворитами забега стали Новосибирск и Иркутск. Города шли буквально ноздря в ноздрю. Но на последнем круге Новосибирск отлучился в туалет, уступив 0,1 очка Иркутску. Новосибирск 5,2. Иркутск 5,3. Итак, Иркутск становится победителем и получает возможность увидеть премьеру пятого сезона «Коня Боджека» на 3 наносекунды раньше, чем в других городах. Все остальные смотрите пятый сезон «Боджека», как обычно, с понедельника по четверг в 23:20. И всегда оставайтесь в седле.